Привет, с вами Однорукий Борис, и это игра Doom 2. А если быть еще точнее, это дополнение к игре. Вот, в прошлый раз мы остановились на этом уровне. Значит, вот такие у нас порталы, вход-выход на следующий уровень. Буду знать. Просто в предыдущий раз я... В предыдущей серии, точнее, в прошлый раз я не знал, что именно такой выход на следующий уровень будет, но ладно. Посмотрим, что у нас сейчас будет. Ой-ой-ой, понял. Нас сейчас начали окружать. Ой, там этот... пулеметчик был. Так, окей. А, вон он, засранец. Окей. Всё. Готовы. Надо было сохраниться, блин. Вот неожиданность, да? Так, здесь у нас сразу его того. Где-то еще один должен быть. А, вот здесь. Так вот, я тебя увидел. Хорошо. Так, там этого друга нету теперь. И нужно сохраняться. Сохраняться надо, да. О, жизни вообще мало. И мне бы желательно аптечку. Блин, у меня даже ракетницы нет. Все, патронов нет. Ё-моё. Так, убил. Так, аптечки. Хорошо. Ах ты! Зря туда бежал за аптечками. Ну, ладно. Тихо. Сейчас здесь вот этот друг подойдет. Все. Сохраняемся. Убегаем. Ой, что же делать? Что же делать? Как же быть?
Здесь, я знаю, ждет нас. Быстро. Не успел. Не успел. Блин. Окей, тогда. Ага. Тогда сейчас быстренько залетаем. Так, одну секунду. Надо кое-что сделать. Так, я, конечно, люблю солнце. Вот, но когда оно светит в монитор и из-за этого ничего не видно, этого я не очень люблю. Поэтому пришлось зашторить штору немножко. Вот здесь друг наш. Все, нету его. Хорошо. Теперь у нас есть хоть какие-то патроны. Ой. Здрасте. Ох. Это я молодец, что выжил. Как говорится, спасибо, что живой. Черепа тут. Так. Ой. Понял. Короче, быстро. Да ладно. Тихо. Да как? Надо же как-то пробежать. Ну-ка. Никак. А, смотрите, тут... А, нет, это, я думал, проход какой-то. Опа-на. Успел. В этот раз... Тут главное пулеметчиков того самого. Эх, эх. А я сохранился, нет? О, понятно, в каком месте я сохранился. Хорошо. А. Черт. Опять застрял. Так, хорошо. Черт, да что ж за место такое? Погнали. Отлично. Сохраняемся теперь. Ну и мы-то знаем, что тут у нас демоны бегают.
Пускай друган подходит поближе. А, только один остался, да? Так, сохраняться здесь предельно важно. Есть. Есть. Ай-яй-яй. Он там вот ходит. Так, и никаких тут, значит, отечек. Ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это очень плохо. Ну-ка. Значит, нужно сразу прятаться за стенку. Так, окей. Лады. Я все понял. Так, подбегаем. Прятаемся. И тратим зря патроны, наверное, да. Так, отлично. Там, по-моему, еще один ходит. Я по звуку определяю, да? Ой-ой-ой, там их много. Так, одного убили. Второго тоже, отлично. Сохранимся. Так, дальше что у нас? Короче, ключ взяли. Так, обратно мы, конечно, не пройдем. Значит, нам нужно как-то так. Так. Почаще надо это делать. Потому что мало ли что. Так, тут я был, оказывается. Ой-ой-ой. Реакция хорошая. Иногда бывает. А иногда не очень. Ну, собственно, вот о чем я и говорил. Так, что делать, если они меня... Ракеты? Фу, ладно, окей. Ну-ка, если делаем так. Так, у меня тоже есть свои ракеты.
попасть бы по ним еще. Так, там еще этот кака-демон где-то летит к нам. Вот он. И второй еще есть. Ну, блин, а. Блин, а. У меня ж патронов на вас не так уж и много. Всего 10 штук. С тем другом, что делать, я не знаю. Без патронов-то. Так, тут патронов нету, жалко. А я так надеялся, что они второй раз появятся тут. Так, давайте сохраняемся еще раз. И я делаю очень плохой поступок. Так, тихо. Ах, ах, вы ж... Гады, там еще и пулеметчик. Я вообще не знаю, что делать сейчас. Ну-ка. Все возвращается сюда. Так, ну ладно, я... О, застрял. Я понимаю, что нужно что-то сделать там сбоку. Вот здесь вот. Возможно, что-то есть тут. Да, ну-ка, сейчас, секунду, ребята. Я кое-что проверю. Так, ну, блин, там этот, как его? Пулеметчик. Да как? Что-то я вообще не совсем понимаю, что нужно делать, но по карте смо... А, здесь я никак не смогу открыть это.
Понятно. Может быть, здесь можно будет... А, смотрите, еще что-то. Ой-ой-ой. Интересно стало вдруг. Ай-яй-яй. Не знаю. Нет, ребят, тут с этими жизнями маленькими 22 хила ХП. Ой-ой-ой. Да блин. Что я сделал? Что я сделал? О, аптечка хотя бы есть. И то хорошо. Смогу ли я хотя бы одного прибить? Ой, там... Ладно, Аллах Акбар. Нет. Может быть... Хотя, смотрите, это выход. Сейчас, подождите, я сначала просто побегаю по карте. Я же помню, я где-то подобрал аптечку. Вот. Конечно, аптечка мне... Аптечка мне повысит шансы на... выживаемость. Вот. И теперь, куда я шел, где я был, вот здесь. Так, отлично. Так, тут что-нибудь есть? Ничего тут нет. Давайте сохраним. Не знаю. Не знаю. На! Хотя бы старался. Так, ладно. Я, наверное, сейчас прибегну к одному... к одной вещи. Вот. И вы знаете, я готов за это... за это что-нибудь сделать. Введу код хотя бы на чуть-чуть оружие, да? Такие вот дела.
Итак, я прошу прощения. До этого вы видели как бы момент, когда позорный момент, когда я вводил читы. Как видите, у меня все оружие есть. Я думал, что у меня будут патроны только к тем оружиям, которые у меня есть. Вот. Но я буду использовать все оружия, которые у меня были. То есть это пистолет, дрободан с ружьем, да, пулемет и ракетница. Остальные два оружия я использовать не буду. Вот. Буду их использовать в том случае, когда я их найду. Вот. Собственно, вот так. И пока я там разбирался со звуком, я хотел сказать, что использование читов приводит к раку. Будешь читерить, будешь раком. Поэтому не читери. Вот. А мне читерить можно. У меня была очень тяжелая ситуация, которую я никак не мог преодолеть. Собственно, как видите, меня чуть не убили. Да меня сейчас и убьют, конечно же. Тихо. Ой, кто пришел? Здрасте. Ой-ой-ой, дофига вас. Мне хотя бы в тупик не прибежать, а то уворачиваться некуда будет. Так, отлично. Отлично, надо сохраняться. Конечно, я, блин, сохранился с щитами. Так, этот друг к нам все ближе. Все. Не ближе. О, отлично. Так. Давайте еще раз сохранюсь. Тут просто черепа на двери. А, она и не открывается. Ладно. Так, у нас тут ключ. Так. Так, отлично. Ой, ребята, как вас тут много. Так, тихо, подождите, подождите. Я вас, конечно, очень люблю, но не настолько пока что. И я знаю, что вас лучше с дрободана стрелять. Готов. Ух ты! Что тут у нас открылось? Дрободан — это вещь. Не знаю, как там. Что? Не знаю, как там в других играх, но в Думе.
в Думе. Дробовик — это... это мощь. Что? Где-то еще один череп летает. И сейчас я его... А, вот здесь вот... вот этого друга прибьем. И вон там вот. У нас был... у нас был этот... как его? Ух ты! Во, вот что надо было сделать. Так, а с этим... смотрите. Я только сейчас задумался. Я думал, что это глюк, да? И, видимо, тут надо сохраниться. И давайте... да, смотрите, невидимый мост. Ох, это же где было? Это, по-моему, в Индиане Джонсе было такое, да? А, красный ключ нужен. Хорошо, понятно. Почему я не догадался вот из-за этого? То есть тут... труп упал бы, а он тут не падает. Вот это вот я на самом деле стормозил очень сильно. Так, теперь нужно, наверное, красный ключ найти. Я его, помню, открывал. Так, вот он. И как интересно мне его теперь достать. А вот и непонятно. Вот и непонятно. Сейчас я буду все тут проходить. Здесь ничего открыть нельзя. Ясно, что ничего не ясно. Я же видел этот ключ. Так, ну-ка. Я еще на какие-то кнопки понажимал. Так, допрыгнул. А сюда запрыгнул. Сюда тоже запрыгнул. И что мне это дало? Понятно. Типа секретик. Лады. Это я где? Это я здесь. Так, тут никаких секретов нет. Скрытых. А вот. Как оно тут открылось, я не понимаю.
Но, с другой стороны, уже поднимать и не надо, потому что открылось же, да? Поэтому бежим скорее вот сюда и сохраняемся. Так. Аптека, хорошо. Тихо. Аптеку я и не подобрал. Ага, я теперь понял, где я. Ух ты, ё-моё! Kills 100. Secret 100. Вот. Как видите, очень долго проходил эту серию. Точнее, этот уровень. Что могу сказать? Читерский уровень. Вот. Пошел я на читы. Не просто так. Вот. Ситуация вынудила. Вот. Но вот эта вот моя ситуация сложная еще не значит, что я уйду безнаказанным, да? Поэтому, ребята, пишите свой челлендж. Вот. И тот, кто первый напишет мне в комментариях про челлендж для охоты на косяков, тот челлендж я и выполню. Это будет честно. Вот. Ну и такие вот дела. Честно скажу, морально меня очень сильно ломает. Вот. И чтобы меня вот эта вот ломка читерская перестала мучить, вперед за комментариями. Вот. Ну а мы посмотрим сейчас, что у нас в следующем уровне. Ацтек. Ну-ка. О, музыка тут какая. Короче, вход и три зеленых окошка. И мигаем. Ну-ка. Да, все оружие у меня, видимо, останутся. Даже бензопила. Ладно, правила мои остаются те же самыми. Короче, буду использовать те оружия, которые у меня были. Вот, ну, собственно, это все, кроме вот этой штуки и вот этой. И кроме бензопилы. Всеми остальными оружиями я буду пользоваться. Вот. И вот этот плазмоган и вот это вот мощнецкое оружие, я ими буду пользоваться только в том случае, если я их найду на карте. Вот такое вот ограничение я себе поставил, и я надеюсь, что я справлюсь. Что ж, это был Doom 2. Ставьте лайк, если вам понравилось такое прохождение. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Не пользуйтесь читами. С вами был Однорукий Борис. И всем пока.